Село Петровское – одно из старинных в Воскресенском районе. Престольный праздник отметили службой в Ленинском храме, а после вечером для детей и взрослых устроили концерт, провели увлекательные конкурсы, угощали гостей чаем и сладостями. Газификация – один из актуальных вопросов для жителей. На празднике заместитель главы администрации сельского поселения Фединска Михаил Ефременков рассказал о встрече с представителями Мособлгаза. Вопросы по газификации идут, вопросы будут решены, не то, что в ближайшее время, но достаточно скоро. И какой же праздник без чествования юбиляров? Но я бы хотел именно в этот день, праздник, еще раз напомнить, что здесь трудяги, люди, которые постоянно занимались производством, целыми семьями, династиями, и Пескуновых, и Янышевых. Отпраздновали День села и Федина. Здесь также чествовали тружеников Воскресенской земли. Во время праздника на спорткомплексе дети катались на лошадях, прыгали на батутах, участвовали в играх и конкурсах. И даже со сцены дарили жителям хорошее настроение. Я желаю вам приятно провести время, чтобы вы радовались и всегда помнили, что Родина – это самое дорогое в нашей жизни. И память о наших предках – это и память о праздниках наших сел, деревень, которые мы проводим, для того, чтобы мы вспоминали нашу историю, наш край. Я вам всем желаю здоровья, счастья, удачи. Хотелось, чтобы в каждой семье, как бы ни было трудно, в целом в Российской Федерации был достаток.